Ребятулики, ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале. У меня очередная продажа. Вот такие три книги. Автомобили ВАЗ. Книг у меня огромнейшее количество, абсолютно разная литература. От 18 до сегодняшних дней. Огромные есть энциклопедии, сочинения, рассказы. В общем, продается все. Вот эти три книги, вы удивитесь, конечно, продались за 200 гривен, представьте. Также у меня есть еще литература по разным автопромам СССР и раннего и позднего. Тоже это все имеем. Есть журналы, есть много всего. Вот, мои хорошие, вот это все, чтобы вы понимали, имеет ценность. Продаю я абсолютно любые вещи и очень постоянно и часто. Вот когда меня спрашивают люди, стоит ли вкладывать там, ну, неважно, в антиквариат или в какие-то предметы. Вот, смотрите, что продается. Вот, обычные книги, они мне тут, не помню, достались, по-моему, за то ли 20 гривен, то ли за 15 гривен. Ну, вот, пожалуйста, чистая прибыль. Они лежат, никого не трогают и зарабатывают денежки. Значит, ребята, если у вас есть какие-то предметы старины, бытовая техника, электроинструменты, электроприборы, СССР и не только, я все абсолютно рассматриваю. Присылайте, будем все покупать, все продавать, выкупать у вас. Пошла массовка!